«Хочу к Меладзе». Чтобы подготовиться к этому выступлению, чтобы, так сказать, соединиться, почувствовать себя одной командой. Ева, справились ли ребята, как ты считаешь? Вы знаете, я заслушалась в какой-то момент этой песни, но я не почувствовала Дмитрия, ну, просто мне не хватало его. Его тоски по человеку, который от него ушел, мне не хватило. Хотя внешне он очень романтичный герой, вот что я хотела сказать. Константин, эта песня... такой монолог. В данном случае я
четко совершенно вижу, что каждый из участников группы пропустил ее через себя. Пусть истории разные, но они все равно как-то в одну какую-то книгу с четырьмя главами, это как-то все укладывается. Еще раз убедился в том, что Вячеслав очень способный и талантливый парень, надо сказать. Вот. Молодцы. К Верочке. И удачи вам. Ну, а Вера здесь не одна, с наставницей ребят Полиной Гагариной. Я с этим поздравляю, я вас очень люблю. Тим, скажи мне, пожалуйста, новая песня, ребята новые, новая наставница. Что было самое сложное? Я счастлив, что я попал в команду Полины Гагариной. Получить это. Ты сейчас говоришь о хорошем. Ты говоришь о том, что ты попал Полине, любил ее всю жизнь. Ты скажи, что плохое. Я уже соскучился по Ане Седоковой. Вот если бы вот так вот мужчина себя вел, я бы его у себя в коллективе не оставила. Идите отсюда. Игорь, продолжим.